Приветствую. Мы находимся недалеко от центра Москвы, в Красносельском районе. И здесь от Большой Спасской улицы до проспекта Академика Сахарова проходит Докучаев переулок. Недалеко находится Садовое кольцо. И по переулку организовано одностороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в сторону проспекта Академика Сахарова. Длина переулка составляет 450 метров, ну то есть около полукилометра. Назван был в 18 веке по местному домовладельцу того времени, которого звали, фамилия была Докучаев. Вот, но сейчас о нем ничего не известно, кроме фамилии. Улица жилищно-офисная, на ней находится несколько жилых домов, два четырехэтажных дома, под номером 10-11, построенных в конце 19-го, начала 20-го веков. Ну, остальные дома вот, 16-этажные советского времени, 70-х годов. Ну и один дом постсоветский, по номерам 19, это 10-этажный дом, построенный в 2005 году. Ну, кроме жилых домов, здесь находится гостиница «Волга» трехзвездочная, здание под номером 2, 16-этажный бывший жилой дом. Также затем тут по переулку находится три офиса под номерами 3, 5 и 6. Детская музыкальная школа имени Адаевского, двухэтажное здание под номером 7, еще одно офисное здание под номером 8. Здание АТС, ну, правда, вопрос в том, есть ли там сит АТС, по номерам 9, возможно, там тоже офис сейчас. И еще одно офисное здание по номерам 12. Заканчивается эта улица двумя банковскими зданиями, там Внешэкономбанк, еще какое-то банковское здание, построенное в 1980-х годах, и находятся они на проспекте Академика Сахарова. Вот. И там как раз вот проезд идет как раз вот под, как бы, под зданием вот этих двух банков, на месте их. Вот как раз идет вот въезд и проход на этот вот переулок. Вот. Ну и если тут смотреть, в основном, конечно, только вот эти два жилых дома. Один в конце 19-го, другой начало 20 века. Можно зайти в достопримечательностями. Ну а в целом так особенно каких-то достопримечательностей здесь нет. Доехать сюда лучше от метро «Красные ворота». На автобусах А и Б, Ч. Раньше в троллейбус Б ходил. Сейчас отменили троллейбус по Садовому кольцу. И до остановки проспекта Академика Сахарова, он находится на Садовом кольце, это остановка, ну и дальше из проспекта Академика Сахарова сюда можно пройти. Вообще транспорт по переулку не проезжает, и вообще тут с транспортом общественным довольно туго, так что только через Садовое кольцо. Или пешком одну остановку от метро «Красные ворота», или, соответственно, вот на автобусах А и Б, Ч. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.